Приехали в торговый центр Мега в Алма-Ате. Идем в кинотеатр. Колесо обозрения рядом. Очень красивые дома. Вообще архитектура красивая в Алма-Ате. Людей битком. Воскресный день. Столовщица. Лифт, ребята, смотрите, какой лифт. Все в европейском стиле. Вот такие лифты в торговом центре Мега. Подожди. Вот там наверху люди поднимаются, там вот такое кафе. А здесь каток. Прям в центре, в торговом центре. Вот такой каток. Где можно прийти, отдохнуть с детьми, с семьей, покататься.
такой фонтан. Прям в торговом центре. Сверху очень красиво смотрится. Собрались в кино, гуляем по торговому центру, пока до сеанса еще время есть. Иду. Ребята, мы только что вышли из кинотеатра, посмотрели вот такой фильм. Олечка, расскажи. Ну да, фильм называется «3000 желаний». Ну, это как фильм сказка больше, восточная. Очень интересно, большим философским смыслом. Ну, все, конечно, о любви. То есть Джим сумел полюбить простую женщину, но и она смогла его отпустить, он ее обещал все равно до конца ее жизни. Переживательный, интересный, красочный, ну, с эффектами красивыми. Нам понравилось. Вот такой фильм. Да. Фильм называется «3000 желаний». 3000 лет желаний. 3000 лет желаний. Выходим, ребята, с торгового центра. И тут у входа, смотрите, какая красота. Вот такая красота. Просто обалденно. Фонтаны. 9 часов вечера. Вот такая вот красота у торгового центра Мега. Вот он, торговый центр, который мы посетили. И были здесь в кинотеатре. Вот такие фонтаны. Начало октября, Алма-Ата, 2022. И вот такое, посмотрите, колесо обозрения. Вот такое шикарное колесо обозрения в цветных огнях. Вот таких два золотых сияющих дерева возле торгового центра. Красота, масштабы красоты Алма-Аты. Нереальные, ребята. Все, идем на стоянку к нашему джипу.